повноважний посол, він ще представник Let's Do It в Україні. Дякую вам за присутність і прошу до слова. Добрий ранок. Я буду на русском говорить, мой украинский еще не на таком уровне, чтобы общаться на украинском, хотя бы понимаю. Я пришел сюда сегодня не потому, что это движение Let's Do It якобы начался с Эстонии, что правда, конечно. И я очень рад, что сегодня в Украине, в Киеве проводится такая акция. Сегодня еще проводится такая акция на Мальте, по-моему, еще в Греции. И вообще в мире сейчас 40 где-то с лишним стран, где вот такая акция проводится. Я думаю, что самое главное то, что люди собираются добровольно, люди, им важна их окружающая среда, и они что-то делают об этом, чтобы жить стало лучше и лучше. Я собирал свою команду, у нас где-то регистрировал 30 человек, эстонцев, которые живут в Киеве, и мы будем тоже где-то там заниматься уборкой. Я думаю, что это очень важно не только говорить о делах, но и делать их тоже. И для меня еще важно, что если я могу как-то вот такую добровольческую деятельность, гражданскую мысль, инициативу поддержать, то я думаю, что у всех будет хороший день сегодня, и все уйдут уже со знанием домой, чтобы они что-то делали. Так что спасибо большое, и увидимся тогда в парке где-нибудь.